Самолет Б-52 создавался с 1946 года. Тогда военное ведомство США хотело получить бомбардировщик с радиусом действия 8000 км, с бомбовой нагрузкой 4500 кг при средней скорости полета 480 км в час и крейсерской, более 700 км в час. Основной его задачей было доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. Опытный образец XB-52 был поднят в воздух 15 апреля 1952 года. Он имел схему, высокоплан с восемью двигателями под крылом, объединенными попарно в мотогондолы. А первые серийные машины, получившие обозначение B-52B, Начали поступать в ВВС США с июня 1955 года. Затем началась долгая история выпуска модификаций и модернизаций. Всего было построено 744 самолета B-52 различных модификаций. Из них 71 самолет потерян в результате летных происшествий.